Накануне Дня народного единства в аэропорту города Элисты открылась фотовыставка под названием «Россия. Полет через века». Всероссийский проект познакомит жителей республики с разнообразием культуры и быта многочисленных народов страны. Посетители смогут увидеть живописные пейзажи разных уголков России. Более 40 работ представлены на всеобщее обозрение. Фотографы калмыки также приняли участие в этом проекте. Более 100 работ, прошедших отбор, украшают выставки по всей стране. Совсем скоро, в этом году, будет выпущена книга, которая так и будет называться «Россия. Полет через века», в которой будут представлены 100 работ, 100 лучших работ наших фотографов. Я рад пропагандировать свое искусство, знакомить Россию, может и весь мир, со своей культурой. Фотовыставку элистинцы и гости столицы смогут посетить до 6 декабря включительно. Далее все работы будут переданы в социальные и образовательные учреждения Калмыкии.